Вань, помнишь, как мы ездили в Адлер отдыхать? Как Оленька бегала по берегу. Говорила: пап, мам, смотрите, какие медузы. Медузы. И все искала самую большую. Хотел на ней покататься. Варь, я верну ее. И мы снова будем вместе, всей семьей, как раньше. Не надо, Саша. Ты только на работе не говори, пожалуйста, что ее украли пришельцы. Тебя уволят. Поверь мне, прошу. Один из пришельцев еще здесь, на земле. Я не могу тебе всего рассказать, но он писатель, фантаст. Мы следим за ним, снимаем его с утра до вечера. Он наверняка знает, где Оленька. Прости его, доченька. Я не знаю, кто ты. С какой планеты и зачем нам тебя подбросили. Но обещаю, я доберусь до них и верну Оленьку. Вы слышите? Я верну ее! Вызывали, товарищ генерал. Проходи, Хабаров, садись. Все его близкие, с которыми ты хотел организовать ему очные ставки, вдруг скоропостижно поумирали, так? Все. Кто мог знать Ефремова настоящим? До подмены. Ты что, действительно думаешь, что Ефремов был оттуда? Был? А? Черт. Простите, товарищ генерал. Что с ним? Скончался на рабочем месте. А вот его жена говорит, что он умер во сне, скорую не вызывала, вскрытие не производилось, и сразу в крематорий. Все, дело мы закрываем и группу распускаем. На, держи новое. Нужна санкция на обыск. Срочно. Верховный Совет СССР принял закон о защите мира. В связи с этим председатель Советского комитета защиты мира Тихонов заявил в интервью корреспонденту ТАСС. Принятый закон о защите мира находит свое воплощение в миролюбивой политике нашего государства, в мирных устремлениях всех советских людей. Определил новые задачи партии на международной арене. Это программа дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народа. Советские сторонники мира отмечают четвертьвековую годовщину принятия Верховным Советом. Что это за камни? Где опись? Это соединение кремния, в основном кварц. А на гарнир у нас кремний. Вам уже были следы ранения на теле? Странный вопрос, молодой человек. Как и весь этот обыск спустя месяц после его смерти. Я не понимаю. Проверка личности Ивана Антоновича. Что это значит?
Не трогайте! Пожалуйста. Это прах моего мужа. Вы же знаете, что это не он. Это не Иван Антонович. Тайс. Скажите мне правду. Я прошу вас, правду. Вы тоже убили, как и всех остальных. Просто поймите, это очень важно для меня. Это касается моей дочери. И что это такое? Соединение кремния. Ты серьезно? Не, ну Стругацким тоже пишут, что они инопланетяне. Так складно фантазируют. А этот еще и палеонтолог. Ой. Вот тебе и показалось. Не показалось. Не показалось. Они здесь как дома. Творят, что хотят, я видел. Что ты видел? Ничего. Дайте мне еще месяц. Ладно, хотя бы неделю. Хабаров, все. Закрыли дело. Газообразный четырехфтористый кремний образуется. Нам нужна урна с прахом. Ну как зачем? Он описал химический состав своего тела в романе. Да, там только кремний. Никакой земной органики, никакого углерода, только кремний. Товарищ генерал. Георгий Яковлевич.
Отправляйся в лабораторию. Разрешите позвонить. Алло, Варя. Это я. Не разбудил? Варя. У меня получилось. Я добрался до них. Теперь мне поверят.